Да, и вводить мяч в игру собирается Хуан Валера, рядом с которым активно разминаются запасные. Ну и вот он, Фернандо Льоренте. Баскский гигант, правда, счет становится 2-0. Гол засчитан. И попробуйте поймать этого Альваро Васкеса для того, чтобы отпраздновать данное событие вместе с ним. Альваро Васкес отправляется к телекамере. Я совершенно не понимаю оператора, который... ну, хотя, может быть, это оператор, проживающий и болеющий за Бильбао, поэтому ему радоваться нечем, но просто план должен быть очень красивый. Наверное, кому-то там привет или воздушный поцелуй передал или отправил Альваро Васкес. Ну что ж, вот так используют аут. Хетафе вновь беспорядок в обороне Бильбао. И какой красивый мяч забивает Альваро Васкес, исполнив очень непростой технический прием.